Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про итальянский 10 уровень, средний танк Прожетто мод 65. В целом, этот танк мне сразу не понравился, поскольку я понимал изначально, что даже если я привыкну к этому танку, ну он не превратится во что-нибудь другое. Он что из себя представляет, то он и будет из себя представлять. Хоть научусь я на нем играть, хоть нет. В принципе, оно так и получается, что ну ты можешь на нем набивать 3500, 4, 5, 6, да даже 7000 урона ты на нем набиваешь, и все равно этот танк, ну, не ощущается каким-то там имбовым или... Ну вот он просто от ситуации отталкивается, и все. И самое интересное, что когда ты на нем стараешься и пытаешься это что-то там впотеть на нем, рассчитываешь какие-то снарядики, куда там дать, куда не дать, чтобы что-то дозарядилось, получается только хуже и горит от него жопа. Как только ты на нем отвлечен чем-то там, допустим, как я, ЛБЗ всякими, и вообще не обращаешь внимания на его там сверх уникальный барабан убогий, просто играешь и вкидываешь снарядов столько, сколько позволяет ситуация. Можешь сразу раздать весь барабан, раздал. Не можешь раздать весь, даешь столько снарядов, сколько получилось. Все. Лишнее не подставляешься, урон лишний не получаешь, и все. Ни о чем не беспокоишься. Пусть он там сам варится, этот барабан. От того, что ты за него там переживаешь или думаешь, этот барабан лучше не станет. Он тупо долго заряжает снаряды, и все. Просто стреляй столько, сколько можешь. Да, казалось бы, надо рассчитывать, там что-то думать. Куда там, что там, какие-то пульки дать. Ну, в самом бою это только мешает тебе, и ты весь бой думаешь, что там у тебя с барабаном, и думаешь про эти снаряды. Лучше забить на него вообще полностью, думать про тактику, смотреть на карту, разъезды, позиции, там, как лучше куда-то подъехать, объехать. Пусть этот барабан сам с собой там думает, и все. Я вот лично, это мои выводы для самого себя. Я когда начинаю думать про этот дебильный барабан, получается только хуже. Играю от ситуации и смотрю на карте, куда что лучше поехать, получается лучше. Вот в целом и все. Еще что на этом танке немаловажно, он иногда рикошетит, но надеяться на это не стоит. Но самое главное, это то, что у него башня находится посередине танка, а танк длинный. И казалось бы, пушка вроде бы немного опускается и должно быть удобно, но на самом деле даже посреди ровного поля с маленьким холмиком вы можете так стать, что пушка у вас не опустится. Все время нужно куда-то доворачивать этот длинный корабль таким образом, чтобы у пушки было легче опуститься. Все время обращать внимание на рельеф, как-то этот танк наклонять, подворачивать и располагать в ямке рельефа таким образом, чтобы было легче наклонить пушку на врага. В принципе, вот это единственное, о чем стоит насчет этого танка задумываться, не про барабан, а как удобнее расположить этот танк. А так, в принципе, точность у танка хорошая, стабилизация хорошая, пробитие отличное. Голдой тоже 330 кумулем пробивается, все, если попадаешь куда надо. Но единственное, что перезаряжать барабан на этом танке в голду крайне сильно вызывает боль. Потому что ты долго заряжал свой барабан, и тут ты решаешь, что надо зарядить голду, потому что ты сейчас будешь не пробивать каких-нибудь толстеньких тяжей. И тебе нажать эту циферку 2 пару раз нужно, и ты думаешь, блин, я это заряжал полбоя, и сейчас я это сброшу, все, кровь за вас идет. И хочется хотя бы куда-то раздать барабан не голды, чтобы потом зарядить голду. Ну, короче, танк, честно говоря, такой вот отвратительный, но что-то в нем есть, но, блин, ну никогда не будет имбой. Просто никогда не будет имбой. В принципе, на нем можно играть, и в принципе даже ЛБЗ я на нем выполнял довольно-таки много. В целом танк неплохой, но он требует, у меня уже там 5 перков,
Доп-паёчек, дослатель-стабилизатор вентиляция, либо дослатель-стабилизатор оптика, как вам больше нравится. Все это туда надо всунуть. Надо туда и голды туда подкинуть, чтобы он пробивал, когда надо. То есть этот танк требовательный довольно-таки. Нужно и по тактике очень сильно думать, куда что переехать. И в рельефе этот танк располагать. И стрелять довольно-таки хорошо. И голду заряжать. И в целом танк требует всего. Всего, что ты умеешь в этой игре. Все он в себя заберет. И все равно имбой не станет. Он просто будет нормальным, сбалансированным, типа танком 10 уровня. Все. Но заряжается у него барабан сам. Ну, он это долго делает. Стабилизация, точность и пробитие очень хорошие. Но то, что он медленно заряжается и едет довольно-таки печальненько, как-то он с горы, да, там разгоняется, но сам по себе он на горы особенно, он вообще не хочет ехать. Прям едет он так вот, ну типа, ой, мне ехать надо. Ну ладно, поеду, уж так и быть. Ой, ну, когда-нибудь доеду, чё спешить. Все равно барабан долго заряжается. Ну так вот он и ездит. И в целом итальянская ветка, ну, девятка там вообще довольно-таки немаленького размера, очень ватная, модули в ней ломаются очень сильно. Прям каждым выстрелом рассыпается все. И тоже снаряды медленно заряжаются, и их всего лишь три. Да, я там, скрипя зубами, выкакал средний урон 3000 на итальянской девятке. Но это было такое. Конечно, можно и больше, если не выкачивать ее из стока в топ, а сразу сделать топовую за свободку. Но это уже другая история. Я люблю помучиться и повыкачивать. Мне кажется, в первую очередь прям спешить выкачивать ее не стоит. Но если у вас уже много танков и вы хотите какого-нибудь разнообразия, просто так выкачать для разнообразия, чтобы было. Если вам скучно в этой игре, нечем заняться, ну выкачайте. Попробуйте научиться играть на этой итальянской десятке. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне в целом посерединке как-то вот. Я обычно смотрю на вещи объективно. Вот этот танк, он, ну, он неплохой, но он не имбовый. Он просто танк сбалансированный. Требует какого-то к себе внимания. И нужно, в принципе, на нем привыкнуть играть. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока.